Ребята, всем привет! Сегодня у нас 12 сентября и снова футбольный матч в Перми. У нас сегодня играет Амкар Пермский против Кубани из Краснодара. Ну, совсем недавно отгремели два матча сборной России. Здорово, всем понравилось, я думаю. Ну, а сейчас мы переходим на наш местный футбольчик. Думаю, что он нас тоже не разочарует. Я сегодня не один, как обычно. Сегодня со мной мои друзья. Даже некоторые новые у нас на канале люди появляются. Ну, это Макс, как обычно. Это Саня. День рождения, которого мы снимали в мае. Ну, это Серега. Серега, скажи привет нашим подписчикам. Здесь не в Кузерске найти? Нет. Нет, в Швепсе виноградный сад. Нет. Мы тут видео снимаем. Когда за ним наблюдает, если строится факт нарушения. Нам сюда. До свидания. До свидания. Спасибо вам за службу. Вот такая вот штука, ребята. Ну а так, все нормально. Что еще сегодня можно сказать? Ну сегодня попытаемся еще так же автографы взять. Как в начале матча, так и... Так и в конце, может быть, попробуем. Ну, покажем, короче. Саня сразу обосрался. Нормально? Саня не наложил, нет? Ладно, ребята, смотрите дальше. Ну, наши должны, в принципе, выиграть где-нибудь. 1-0, 2-0. Вполне реально, вполне возможно. Ставки ставил? Ставки ставил. На кого? На Амкар. Победа или ничья? Ребята, еще Саня пришел. Саня, привет, скажи. А, кстати. Привет. Кстати. Помните ролик «Адрес Сочи»? Ребята, у нас первые 100 тысяч просмотров. Вот мы с Саней отдыхали в этом. Смотрите ролик на нашем канале. Будущий блогер, скажи что-нибудь. Приветствую всех моих поклонников. Кто сегодня победит? Амкар! Ребята, приближаемся к своей трибуне, как обычно, входу на свою трибуну. Народу сегодня гораздо меньше, чем на матче со Спартаком. Не знаю, чем это объясняется. Ну, конечно, наверное, скорее всего, объясняется, так скажем, уровнем, может быть, футбола, который показывает команда Кубань. Или, может быть, погода еще дополнительно. Может быть, все вместе. Макс решил купить шарфик. Шарфик, тема. Тема, конечно, тема. Так, какой вам? Вот такой, да? Вот справа, который. Вот этот? Да. И магнитик. И магнитик. На холодильничек. Амкаровский. Много? Магнитик вот на холодильничек. Ну, правильно, правильно, все. Вам. Макс, да. Много? Все, тема. Все. Ребята, еще начальник подошел. Начальник? Сынков. Да. Илюха его зовут. Илюха, кто сегодня выиграет? Авка. Напоминаю вам правила поведения зрителей на стадионе «Звезда».
Зрители, посещающие стадион, имеют право входить на территорию стадиона до и во время матча при наличии входных билетов, сезонных абонементов и приглашений на данный матч. Поддерживать команду стоя, если при этом нет возражений со стороны других граждан, а также при неблагоприятных погодных условиях, не вставая при этом на сиденье. Зрители в возрасте до 14 лет посещают себя и поддерживают общественный порядок и общепринятые нормы. Thank you.
Хорошо, давай, забивай! Номер 14. Я 1-1. Ну, наверное, мы от этого матча ждали больше победы, нежели ничьи. Всем удачи, до встречи, всем пока.